Проспект Энергетика в Барнауле строят с нуля. По данным подрядчиков, протяженность будущей дороги почти 3 километра. Через нее транспортная сеть в перспективе соединит улицы Трактовую, Попова и Власихинскую. Сейчас проект находится в начальной стадии строительства. Улица около 3 километров, то есть она у нас, скажем, идет не прямая здесь, получается, здесь и перпендикулярно ей тоже проспект Энергетиков идет, который идет через промышленную промзону. То есть где идет множество различных организаций, то есть там у нас сегодня уже выполнены работы и по устройству щебеночного основания, и по устройству первого и второго слоя асфальтобетона. Проспект Энергетиков – самый крупный городской проект, участвующий в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги», и он состоит из двух участков. В текущем году город продолжает участвовать в национальном проекте. Это и два объекта строительства, 65 лет Победы, 280 лет Барнаула. Объекты, которые мы строим. Есть такие участки особо важные. Это улица Северо-Западная, это улица Мамонтова во Власихе. Также вот это проспект Энергетиков, на котором мы находимся. По завершению работ здесь уложат 3 слоя асфальтобетонной смеси. В настоящее время спецтехника отсыпает щебенку с песком. Это фундамент дороги для ее долговечности. Предполагается, что по ней смогут передвигаться крупногабаритные грузовые машины. Здесь же появятся тротуары и установят поребрик. На проект закладывают почти 270 миллионов рублей. А сейчас мы пока сконцентрированы здесь, потому что необходимо подготовить основание до дождей, чтобы потом нам, скажем, не ждать, пока все опять это высохнет. В перспективе начать обустройство с нуля тротуаров, которые будут идти вдоль дороги на участке от, скажем, улицы Власихинская до вот рельс и туда дальше в сторону промзоны. Работы начаты, находятся на различной стадии в зависимости от участка производства работ. За 7 лет у нас сделано более 300 километров дорог, построены 4 новые дороги, реконструированы 3 объекта. По контракту проспект Энергетиков должны построить к концу этого года. Всего за 7 лет работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дороге Барнаула выделили более 1 300 000 000 рублей. Дарья Ярошина, «День с толком».